Я люблю Тюменскую область за людей, которые здесь есть. Оставайся такой же интересной. В Тюменской области процветания, новых проектов, новых грантов, чтобы мы реализовывали свои идеи, и нас поддерживал наш губернатор. Это жители и гости региона пишут, за что они любят Тюменскую область. Оставляют пожелания. Из тысяч свертков складывается красивый арт-объект «Люблю тебя, Тюменская область». Его подготовили специально к выставке «Россия», которая пройдет на ВДНХ. Над созданием композиции работали 10 человек. Жителей города задумка впечатлила. И выглядит интересно. И такое типа печенье с предсказанием, вот этот подход забавным. Ну, еще я сочувствовал тем, кто это делал, раз мне трудновато даже одну бумажку было вставить, что каково им приходилось. А ведь это сердце – лишь прототип того, чем будет удивлять посетителей делегация Тюменской области. Международный форум-выставка «Россия» на ВДНХ заработает 4 ноября и продлится почти полгода. На этой выставке был представлен стенд от Тюменской области, и этот стенд посвящен любви к родному региону. Каждая из секций стенда расскажет о том, за что мы любим Тюменскую область, и там будет несколько интерактивных опций также для посетителей выставки, чтобы почувствовать, почему мы любим Тюменскую область. Международный форум-выставка «Россия» пройдет впервые. Каждый регион представит свои достижения. У Тюменской области их много. И самая большая проблема – это выбрать, что же именно рассказать. Но обязательно мы удивим гостей стенда тем, что мы столица термальных вод России и что здесь было древнее море. Безусловно, туризм – это одно из ключевых направлений, да, развития Тюменской области. И любовь – это всегда про удивление. Да, мы удивляемся, влюбляясь впервые. Любой желающий может внести свой вклад. Оставить пожелание региону можно до 8 октября в конторе пароходства. Их обязательно посчитают и проанализируют, а лучше представят на выставке России. Ирина Ящук, Виталий Малов, Тюменская служба новостей.